перекус. Спросил, можно ли отведать черешню. Говорит, ты можешь собирать. Можешь себе насобирать. Спокойно. Сколько тебе надо. Ну, пойду, возьму там ведро. Да не мне поесть. А ты аж черная. Вот это туризм. Где вам в Польше или в другой любой стране Европы ты можешь вот так вот ехать из всяких заборов, а собирать бесплатно черешни, да чего угодно тут, огурцы, помидоры, ну что если его достаточно человеку, ему жалко. О, класс. Огонь. Я за этим соскучился. Просто с дерева пришел, поел. Ушел. Вот это жизнь. Да, айфона не купишь. Но зато можно купить китайца. Ну, точнее, китайца и мотоцикл. И кайфовать. Класс. Она уже отходит. Я именно попал. Смотрите, она уже аж переспела. Сейчас сорву несколько. Ну, вы поняли, она черная уже. Черная, черная прям. Ну, красноватым отдают, но черная. Сыпется. Огонь. Так что, ребята, езжайте. Приглашаю вас в Молдову. На туристический тур. Следующее, на клубнику вы уже и черешню не успели. Следующее у нас идет абрикоса, яблоки, груши. Ну и многое другое. Помидоры, огурцы. Ну и бесподобные пейзажи. Полей, лугов. Вот это туризм. Чтобы туалет потом не пойти. Уже некоторые ем. Не перебирая. Ну ладно, ну что тут. Ем и ем. Закидываю. Закидываю жмени. Бесподобно.